Лето – время, когда многие устремляются на дачи, катаются на велосипедах или самокатах, купаются в водоемах. Однако летние забавы не всегда приносят положительные эмоции. Ушибы и ссадины – малая часть тех травм, которые возникают, если не соблюдать простые правила поведения. О том, с какими проблемами обращаются жители в травмпункт, узнал наш корреспондент. Очереди в травмпункте – показатель практически постоянный. В любое время года только меняется характер увечий. Например, если зимой это растяжение, переломы, то летом колотые и резанные травмы. Кроме того, дачный сезон в самом разгаре, а это значит неосторожное обращение с садовой техникой, ржавые гвозди и подъем тяжестей иногда могут привести тоже к травмам. Тем же шампуром проткнул руку. Тоже бывает. Люди, когда ухаживают за участками своими на дачах, убирают борщевик, контакт с борщевиком, потом происходит солнечное воздействие и фотодерматиты. Тоже очень тяжело лечится, очень часто бывает. Получить травму можно и на водоемах. Битое стекло для отдыхающих оборачивается глубокими ранами. Актуально для жителей областной столицы и укусы клещей. Для удаления клещей обращаются к нам, а в дальнейшем уже мы отправляем на консультации к инфекционистам. Клещей люди относят на исследование в санэпидемстанцию, в центр Аваева. И с результатами уже к другим врачам. Первичная помощь здесь. Еще один распространенный вид травм в летнее время – это неосторожная поездка на велосипеде или электросамокате. Падение с них могут привести к серьезным повреждениям и ограничить передвижение пациента на продолжительное время.